Дороги алмазной столицы покрылись снегом, а это значит, что можно подвести итоги работ Мирнинского управления автомобильных дорог за лето. С приходом тепла дорожники провели большую работу по улучшению транспортной инфраструктуры Мирнинского района и успели построить асфальтобетонный завод. Его запустили в конце июня. Установка вырабатывает 160 тонн смеси в час. Появление современного завода снизило затраты на строительство дорог. За время эксплуатации на установке произвели 55 тысяч тонн асфальта. В связи с вводом в этом году нового асфальтобетонного завода мы смогли выпустить новые асфальтобетонные смеси, которые отвечают всем требованиям нового ГОСТа. Новые смеси они позволяют увеличить межремонтные сроки капитального и текущего ремонтов. То есть гарантийный срок службы верхнего слоя покрытия асфальта тоже увеличится в разы. Смесь тут же начали применять на строительстве дорог в Чернышевском, Светлом и Алмазном. Там уложили 25 тысяч квадратов покрытия. Но самое большое достижение – это сдача 7,5 километров автодороги Вилюй после капитального ремонта. Теперь автомобилисты буквально летают на этом участке. Не забыли и о дорогах алмазной столицы. В Мирном МУАТ отремонтировал 3000 квадратных метров. Провели ямочный ремонт, а также заасфальтировали территорию строящегося дворца детства и уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия на подъездной дороге к новому аэропорту. Ремонтировали и трассу Мирный-Ленск. За лето дорожники вывезли с участков 60 тысяч кубометров грунта, чтобы обеспечить автомобилистам проезд. Также МУАТ провел замену водопропускных труб. Такой объем работы не выполнить без огромного парка техники. Летом на дорогах задействовали более 50 самосвалов, около 10 бульдозеров и 15 погрузчиков, несколько асфальтоукладчиков, а также в рамках программы технического перевооружения закупили новые грейдеры, автосамосвалы, асфальтоукладчики и прочее. Холодная зима почти на пороге. Скоро дорожники приступят к подготовке автозимников. Вилюй планируют открыть в декабре этого года. Помимо этого, МУАТ предстоит содержать местные дороги, чистить от снега и обеспечивать жителям алмазной столицы гладкую дорогу. Вадим Ахмадуллин, Кристина Каширина, медиакомпания «Алмазный край».